Итак, всем привет, с вами Добгай, мы начинаем играть за Украину в Кайзер Редакс. Наконец-таки вышел реворк, потом вышел русификатор, и я примерно придумал, в кого я пойду, а именно, да, в леваков, потому что остальные пути мне кажутся какими-то не слишком интересными, хотя, конечно, я, может, ошибаюсь, но я пойду именно туда. Кстати говоря, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же начинаем. И вот он, сложный ивентик, наша страна. У нас тут есть, я так понимаю, гетман, есть у нас при этом князь или что. Да, в общем-то, король. Король. Но между их конфликтом я выберу вообще третью сторону, как говорится. Это мне все не слишком интересно. Итак, хлебный мир, мы стали житницей Европы, понятное дело. И король открывает 7. Да, у нас тут есть 7, король, гетман. Очень-очень такое интересное государственное формирование. Видите сюда. Имеется у нас очень много разных, так сказать, вариантов, откуда власть исходит. Но нам все это не интересно уже. Единственное, что я заметил, такое необычное. Здесь есть элитная пехота. И я ни у кого больше не видел элитную пехоту. И я не могу ее нанимать, менять. Что очень странно на самом деле. Это мне напоминает какой-то, знаете, Пакс Британика, что ли. Гламурный Киев. Украина — это земля обетованная для всех в России, кто не принимал советский режим. Ага. Окей, это... Да, обязательно будет продолжаться вечно, хотя нет, нет. Они сюда сбежали от коммунистического режима, хотя уже как бы нет. Но мы построим свой собственный коммунистический режим. И Черный понедельник бьет по Украине. Ожидаемо. И, наверное, вот сейчас мы начнем, да, заниматься какими-то уже полезными фокусами. Пока что только опыт армии. В принципе, тоже полезно, но в один момент так или иначе все сделаем. И у нас приостановка строительства ГЭС. Да, это грустновато. А у нас что активируется? Ничего не активируется. Обманули. И немецкий гарнизон отзывается обратно, я так понимаю, в Германию. И у нас появляется какое-то задание. Падение ровно, смотрите-ка. И тут какие-то есть... различные новые у нас силы. Смотрите-ка, дуализм. Можно стоять на стороне короля, либо на стороне гетмана. А нам в целом примерно плевать, по-моему. Потому что у нас какой бы путь мы ни пошли, у нас все равно вообще независимый путь от всего. Я вижу, у нас есть решение на усиление гарнизона. Я так понимаю. Угу. Вот они как раз-таки, да. Давайте мы начнем нажимать какие-то кнопки, наверное. Так, будем наблюдать за ними повнимательнее там. Итак, уступки рабочим Донбасса. Я думаю, стоит уступить, потому что, как правило, если не уступать, то потом будут проблемы. А территория — это все-таки не те, за кого мы хотим играть. И вы смотрите-ка, можем на националистов в армии положиться, либо же на монархистов. Честно говоря, нам, наверное... особо разницы не имеет, но, наверное, армия как-то звучит поинтереснее, верно? И колеса, да, директория. Прекрасно. Какой-то бафчик себе мы добавили, либо дебафчик восстанию, как я понимаю. А вот и оно, сельхозхозяйственный кризис. Мы ведь по-прежнему житница Европы. Верно же? И вот оно, нам нужно преодолеть аграрный кризис. Ну и пока нет тут тех решений, о которых, по крайней мере, я слышал, что... нужно нажать, чтобы начался контент. Так, Крым будет полностью интегрирован, да. Нам просто пока стоит, я думаю, взять, вот делать фокусы на экономику, почему нет. О, подписание Кубано-Украинской конвенции. Мы все-таки сможем с ними объединиться, судя по всему. Может быть. И черт, директория увеличивает свое влияние, потому что на их стороне писатель. Но я думаю, все равно с ними разберемся. Слушайте, гетман укрепляет позиции, но я не думаю, что нас это волнует. Нам здесь надо дождаться кнопки «Закончить реформы». И смотрите-ка, растет недовольство крестьян. Ну, должно быть скоро. Я пока что делаю вот это, просто чтобы, наверное, подавить директорию. Там посмотрим дальше. И, в принципе, все равно у нас ничего больше нечего делать, в принципе. Покачать что-то с пехоткой, с флотом... Наверное, это все не то, что нам нужно сейчас. Нам нужно просто ждать. И нота протеста от Польши. Мы не должны рисковать, либо же плевать на поляков. Ну, как бы, вы понимаете. Мой ответ — ничего необычного. У нас волнение в Волыне.
И думаю, нам точно надо усилить гарнизон. Но для этого нужны командные очки и нужны винтовки. Я думаю, знаете, что мы просто сделаем? Распустим кавалерию. Вот вам и винтовки. Новые губернаторы. Король получает обратное влияние. Как говорится, я не хочу, чтобы король победил, но мне будет достаточно, чтобы гетман проиграл. По крайней мере, пока мы выбрали типа короля. И у нас, да, продолжаются проблемы различного рода. Кстати говоря, вот они, да. Войска реально хорошие. Жаль только, что я не могу его сделать нормальным. Ну, наверное, буду просто добавлять одну орду. В принципе, кстати говоря, да, это и сделает его нормальным. Так что окей. Ну что можем сделать? Антигерманский переворот. Наверное, да, почему нет? Разберемся раз и навсегда с ним. Итак, бородьбисты. Ну, подробнее давайте, ладно, расскажем. Смотрите-ка, марксисты это, да, видимо? И синдикалисты, в принципе, возвращаться с гетманатом. Никто, если не упорный, да, но мы немножко им поможем. И вот, наконец, гетманата. Так, Германия там сажает переворот. Но они могут высказать свое, так сказать, осуждение и свою обеспокоенность. А у нас политическая нестабильность появляется. Но гетман, я так понимаю... Да, мы с гетманом разбираемся. У нас появляются новые фокусы, вау. Итак, у нас что-то витает в воздухе. Электричасти готовятся к новому наступлению. Контрпереворота боятся? Ну нет, нет, нет. Мы все нормально сделаем. И штурм королевского дворца. Националистическое правительство у нас появляется. Смотрите-ка. Я бы сказал, даже тоже неплохой такой интересный путь, как будто бы. Но, наверное, мы его все еще не берем. У нас есть другой. И политическая нестабильность проходит. Прекрасно. Смотрите-ка, можно подписать Кубано-Украинскую конвенцию. Да, давайте-ка сделаем. И следующий наш фокус, дальше, я думаю, экономический. Кредитные банки, либо компенсация потери. Ну давайте сразу за 7 дней восстановим экспорт товаров, я думаю. Так, подпольная казино Андес, грустно. И вопрос директории, могут присоединиться к нам, либо мы не приветствуем здесь социалистов. Ну я думаю, директорию признавать не стоит. Все еще, потому что популярность нам нужна синдикалистов, а синдикалистам популярности не дают. Так что берем стабильность и поддержку войны. Они просят военной защиты. Да, конечно, это очень много подчинения даст. Мы еще нажали кнопочку здесь. Потихонечку, потихонечку. Сейчас тоже ее присоединим. Желательно до бородьбистов, чтобы потом мне ничего не сломалось. И компенсация, блин, я понятия не имею, что мне лучше. Это дает политку, и все стоит меньше. Это отнимает политку и дает популярность национал-популистам. То есть, типа, видимо, текущие партии. Я думаю, давайте возьмем все-таки банки. Эх, и честно говоря, очень-очень сильно меня печалит то, что мне вот эти кнопки нельзя нажимать. Может быть, можно. Но, как говорится, я об этом не знаю. Поэтому пока что давайте просто будем идти по политическим фокусам, наверное. И там посмотрим. И тут как будто есть какой-то перекат в тотализм. Давайте нажмем просто ради любопытства. Национал-популисты, либо, смотрите-ка. Либо стратегии и тактики. Я тут немножко посмотрел, нет, я думаю, все-таки мы, да, жестокость идеологии дискредитировала себя. Мы национал-популисты, но мы не жестокой идеологии, верно же? Итак, наконец-то единство. Мы вроде как сквозь все потихоньку прошли. Положение украинских националистов, что дает? Ну-ка. Так. Украинская держава. Я думаю, с Германией мы... должны быть свободны от любого немецкого влияния. Ой, давайте-ка, наверное, вот сюда пойдем, кстати говоря. Да, здесь как будто что-то полезное. И здесь есть завершение как раз-таки, кстати, смотрите. Завершение земельной реформы, как будто это что-то такое. То, что нам надо. Ну и что, давайте попробуем выйти из пакта. Что на это они ответят? Хороший вопрос. Ответ, как говорится, не заставил себя ждать. А белорусы, кстати говоря, тоже вышли. Так подождите, у них есть, как говорится, нюанс у такого объявления войны Германии. Они мне негде наступать. Польша, потому что смешный факт, тоже пошла в тоталистов. И Беларусь в радикальных социалистов, господи. Если бы еще в России были, я бы вообще удивился. Мы, конечно, и так могли бы держать, я думаю, эту линию фронта.
Все равно нам буквально хватит просто вот этого маленького кусочка и все. Ну и что я могу сказать? Теперь наши войска вот здесь вот будут стоять и готовить наступление. Да. Я бы забрал вот эту провинцию, чтобы они... Хотя нет, подождите. Нам лучше стоять здесь, потому что это наша национальная территория. Да. Пускай они сами к нам приходят. Грузинское королевство еще с нами воюет, кстати говоря. А надо с ними тоже что-то будет сделать. И, ну, смотрите, национальная революция. Смотрите, что у нас есть. Ну, вот они сюда подходят. И я вижу, что нам на самом деле... Стоит добавить сюда хотя бы еще одну дивизию. А вообще, на самом деле, и... Как говорится, побольше. Давайте-ка все сюда. Авиация. Вообще, тоже можем ее использовать. В принципе, чего стесняться. У нас даже, да, здесь есть авиабаза поближе. Ну и... Да, пускай что-то пытаются делать, но... Вряд ли хоть кто-то сможет нас пробить здесь. О, свободная граница с Кубанью, великолепно. Подписание договора о границе. Смотрите-ка, с Кубанью мы там скоро, я так понимаю, объединимся. Только тут Россия Корнилова. Ну, я так понимаю, Савинкова. Потом посмотрим, что там будет, как. И это звучит, как будто это опасно. Так, восточные рубежи, смотрите-ка. Угу. Западные братья, либо вот это вот. Да, наверное. Почему нет? И угроза с востока. Ага. Можем перемещать потихоньку все. Да, наверное, я так и сделаю. Почему нет? Если там у меня просто меняется тип региона на, видимо, повыше. Ой. Страшные вещи какие-то говорят. Нам братпистов, ребята. Нам вот это вот левые все вместе. Нам вот это вот надо. Ну, то давайте перемещаем... Блин, вообще, это была плохая идея перемещать, потому что там, в принципе, плевать. Мы что тут будем дефать, что дальше будем дефать, мы просто не пропустим сюда. Ну, раз можно понажимать кнопочки, почему бы их не понажимать? Вообще, была причина их не нажимать, у меня здесь экономика не мобилизована еще, ну ладно. И немцы решили сойти с ума и сделать высадку здесь. Это я могу сказать, любопытная идея, однозначно. Жаль только, что вряд ли получится. Я даже дам им, кстати говоря, высадиться. Почему бы нет? Просто чтобы их потом пайпнуть. И все на этом. Давайте сделаем как-то вот так. Я не уверен просто, как они высаживаются, так что давайте так. А ну еще тут, конечно же, наш... А, они вообще пошли вот сюда. Я понял. Я немножко не так увидел их план. Так что, ну, в любом случае, да, мы их рейдим. Отсюда никто не сможет выйти. Забавно, что они смогли сюда пройти. В принципе. Это временно. Войско Донское обосновывает против нас цель войны. Не хватало, как говорится, нам с... приколов. Через 3 месяца у нас там пойдет все. Это у нас... Странно, почему? Ну, допустим. А в любом случае, это значит, что нам отсюда надо будет забрать войска. Вы, ребята, начинаете наступать сразу же. Мы не задерживаемся здесь. И перебросим сюда войска. Ну и да, получается, просто вайпаем их. Без единого зазрения совести. И да, немцы, я вижу, сюда приводят какой-то флот. И такой флот мы, по ощущениям, не очень можем победить. Да, все-таки там тяжелых орудий. Да там всего больше. Так что да, нам точно надо отступать от этого боя. Но, по крайней мере, получили опыт. Ну давайте, да, флот наш... Должен сваливать однозначно. Вайпнуть мы их так или иначе вайпнем здесь, я думаю. Тот, кто, конечно, решил сделать вот столько провинций здесь. В Крыму. И самое главное, блять, вот в этом Конго. Это, конечно, ребята, вот эти вот провинции все. Это просто отборные шизы. Ну ладно, возвращаемся к геймплею, как говорится. Ну да, примерно вот сейчас мы их всех и довыбиваем. Нужно будет, видимо, готовиться вот сюда. Армию. Причем очень быстро. Да, это есть Крым. Вот германское вторжение отбили. Фландрия еще пошла война, тоже против немцев восстает. На всякий случай давайте, да, отправим сюда армию, потому что я не уверен, нападут они реально, или это просто неправильно нам показывается, да, так бывает. Ну, скоро узнаем. Ну, нам все 2 месяца еще подождать, и в принципе будет все окей. И Петр IV пришел к власти в России. Очень редко развитие событий, я бы сказал. Потому что это Врангель, черт возьми.
И вообще мы уже готовы, кстати говоря, начинать гражданочку, так что давайте дивизии сюда. Хотя, блин, давайте дождемся, пока закончится все-таки война с Германией, наверное, 47 дней, да? И потом будем заканчивать земельную реформу. Причем здесь будут крестьянские бунты. Да. Я думаю, ничего плохого не случится. Надо все-таки дождаться конца войны с Германией, чтобы можно было... Ну, чтобы ничего не сломалось, скажем так. И Кубань... А, я понял, почему, кстати говоря, нам говорили, что процент сделался КП, потому что делался КП против Кубани. Срочно едем помогать. А, ребята, судьба немецких землевладельцев. Земли в руках? Нет. И как? Конечно, я бы вообще выбрал бы вот такое вот. Но... Да, видите, вот это период сопротивления, а мне нужно его оставить. Так что мы выберем другой вариант. То есть первый. Ну, армия как только сюда приходит. Так, мы, смотрите, мы в войне. Все, да, могут, отлично. Просто захватываем их, потому что... В чем проблема это делать, как говорится. Сейчас, по-моему, сможем расшириться вот так. И еще заодно вот эту страну тоже все подберем. Кубань, потому что они к нам должны интегрироваться. Да, и вот выкупаем фермы. И да, эти ребята решили, как говорится, далеко не идти. Ладно, это мы, наверное, не можем, пока чинимся. Но какую-то армию сюда мы, конечно же, перебросим и вайпнем опять немцев. Зачем они светят свою армию сюда? Хороший вопрос. А вот и великое войско Донское. Теперь является частью нашей прекрасной страны. Зачем мы можем просто всю армию сюда теперь заново перебросить? Так, мы можем сделать исключение. Ага. Это минус популярность дает, кстати говоря, это то, что нам и надо. Давайте сейчас тогда заканчиваем войну с Германией. Ой, как они надоели этими своими выставками. И заканчиваем реформы гражданские земли. И хотя кажется, с одной стороны, что они вроде как успешно продвигаются, но нет. Просто моторизованные войска. Теперь у них нет ни одного порта. Так, популярность плюс, либо политика. Нет, нам популярность не нужна. Тут нам особо ничего не интересно, но мы просто берем себе какие-то бафы по экономике на самом деле. Ой, мы можем начать интегрировать территории? Да, это нам надо. Ну вот и повайпали. Так, здесь популярность растет, это хорошо, наверное. Так, это все нам не интересно, да. И, ну, Германия просто реально попривозила свои войска, чтобы я их здесь повайпал. Зачем? Ну, еще и Грузия тоже. Зачем? Хрен его знает. Ну, хотят, ну ладно, повайпаем. Надо именно довайпать желательно, потому что сейчас Германия замирится с нами. И да, это все мы нажимаем. И вот оно, смотрите-ка. А Крым... Все должно оставаться нашим, в теории. Да? Да, прекрасно. Такой мир меня устроит. Ну и что, завершение земельной реформы? Я думаю, достаточно реформ. Удивительно, невероятно. Не всем это может понравиться. Может быть, может быть. Мы именно на это, как говорится, и рассчитываем. И всеукраинская забастовка. Бородьбисты сейчас, видимо, будут очень жестко распространять свое влияние. И вот оно, забастовки в крупных городах. Началось, как говорится. Крестьяне протестуют массово. Непонятно почему. Мы же такие хорошие реформы провели. И бородьбисты провозглашают социалистическую республику. Атаки бородьбистов окончались успехом. И вот оно, Бородянская Украина. Не знаю, что значит это, но... Но социалистическая республика Украины, вот она здесь, перед нами. И на этом, пожалуй, мы закончим эту серию. Так что, ребят, с вами был Дубгай. Обязательно подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Лайк, комментарий, Twitch, Discord, Boosty, все в описании. А за пальто зубаню. Всем пока.